придется. С этим спорить, братцы, нам нельзя. Лава по степи рекой льется, словно молния по воздуху летя. Казаки работы не боятся, научились храбро воевать. От души поют и веселятся, зажигательно умеют танцевать. Верные степи, Кубани, Дону, верные отечества сыны. Не дождался враг от них поклона, не были никем покорены. Старая казачья песня называется «Выйду я в поле с конем». Мы поем вдвоем с Галиной Личик, это наша солистка фольклорного ансамбля «Серебро». И Лилия Тимошкина, тоже солистка. Пой, кудрявый
струнники он и поет. И сейчас вы даже услышите, как он это делает. Окей, он как раз родился, и он будет к нам. Вы помогаете, вы знаете все хорошо эту песню. Разом по борвинок я прийшов, в тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого всього з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого всього з розуму звела. Я казала у вівторок поцілую, разів 40 він прийшов, в мене нема. Підманула, підвела. Я на тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого зуморозу звела. Казала у середу, підемо разом по череду, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суму з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суму розуму звела. Я казала у четвер, підемо разом на концерт, і прийшов, мене нема, підманула, підвела. Ти казала у п'ятницю, підем разом до крадиці. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого суму з розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого суму з розуму звела. Я казала у суботу, підем разом на роботу. Він прийшов, мене нема, підманула, підвела. А я принес тебе труну. А ти прийшов, а я жива. Підманула, підвела. Я ж його підманула, я ж його підвела. Я ж його молодо, зуморозу звела. Я ж його підманула, я ж його підвела. Я ж його молодо, зуморозу звела. Весенні димки, лес дрімав привольно. Рыжие горбились вдоль дона камыши. Купались ветви вербы многоствольные. Придут из них чарующие тишины. Мне малым мало спалось.
Oh,
Какие-то напевы народов Северного Кавказа. В том числе кубанский знаменитый композитор Григорий Пономаренко написал большое количество прекрасных, всеми любимых и ставших уже за это время народных песен. И вот одну из них сейчас исполнит Ксения Кутербовского, а Павел нам прочитает стихи бессмертного Есенина. Тихо шумит можжевель по обрыву, осень, рыжая кобыла чешет гриву. Над крутым покровом берегов слышен синий лязг его подков. Странник, ветер, схимник осторожный, гнет листву по выступам дорожным и целует на резиновом кусту рваный алый незримому Христу. Теперь ступень стал желания жить.
В истоках
украинской культуры, потому что, как мы знаем из истории, многие казаки были выходцами с Украины, и они свято хранили эти традиции. В связи с этим мне хочется поблагодарить и выразить большое спасибо спонсорам этих замечательных костюмов Валентине и Ирине Сухановой. Ребята, встаньте, пожалуйста, я очень хочу, чтобы все поаплодировали. Спасибо. Мне хочется сказать и большой тоже низкий поклон выразить всем нашим друзьям, кто нас поддержал, кто пришел сегодня в таких красивых национальных костюмах. И Оленька, и молдаванки, и вышитые бабушками еще, наверное, грузы. И Елене нашей дорогой, не вижу, где она, которая тоже одела поддержку национальный украинский костюм. Потому что народное творчество складывается не только из песен и плясок, но и, конечно же, таких замечательных, ярких, красивых костюмов. И среди таких несе Галя воду. А вы пойте, пожалуйста, с нами, пойте. Нам нужна ваша энергия, давайте вместе. Это же праздник. Пойте, пойте как можете. Давай. Хотя бы за то, что вы же будете петь эту песню. Ура,
не поймала сетра. Увы, на речь жестра, зачерпну я воды за погоду. И раньше, и мы хотим от всей души пожелать тем казакам, которые в России и которые за ее пределами, любви, веры, настоящего хорошего здоровья и благополучия их семьи. О, Прилужку, Прилужке, подпевайте, пожалуйста. Летим, летим, мой конь, летим, торопись.
одно маленькое объявление, просто перед тем, как мы покинем. Фонд благотворительный, простите, как еще раз? Вероника. Вероника собирает сейчас средства для больного мальчика. Мальчик болен лейкемией, да, вот там возле камина лежит информация, там брошюры. Этим занимается русский магазин «Нанос», который мы все хорошо знаем и часто посещаем. И они действительно оказывают действенную помощь больным детям. Пожалуйста, если у вас есть такое желание помочь, милости просим, потому что у нас есть представитель, который приехал, который эти деньги передаст, и они передаются вот буквально по мере того, как набирает какая-то сумма, это сразу же поступает в больницу мальчик Киевлянин. Нет? Я слышала, что мальчик Киевлянин. Вы знаете, я знаю, что он из Украины. Ну, я не знаю. Это совершенно представитель Украины, Киев, возможно. Да, это совершенно, это реальный ребенок, которому реально нужна помощь. И мы знаем, что благотворительный фонд «Вероника» уже помог нескольким детям. Поэтому, если есть такая возможность, пожалуйста, присоединяйтесь. Я еще попрошу ваше внимание буквально на 10 минут. С нами готовила программу вот эта замечательная женщина, ей 85 лет. Она супер боится. Не было этого аккомпаниатора, вы нас простите, но хотя бы 10 минут уделите внимание, она так старалась, пусть она немножечко поиграет. Можно я вас посажу последнее? Вы играете то, что вы хотите. То, что вы хотите. Украинская. Она сказала, что будет играть украинская сейчас. Баян весит 50 килограмм почти, так что мы должны ее весить. Баян. Thank you.
Спасибо вам всем большое и удачной осени!